Дима, ну что? Он мой. Это мой человек. Ты его за хвост. Ребята, это угар. Давай. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, Заварной Кофе, Бомбочка, FM Zoom, Кабанчик, Радекс и Той Бонни. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем здравствуйте. Ребята, так, сегодня играем и веселимся Gang Beats. Если вы кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем угорать. Так, ну что, я тренировался во сне, я теперь должен хорошо играть. А ты точно уверен в этом? У меня как-то странно игрок себя ведет. А у меня лагает что-то. У меня бабка стоит и вашит просто. Ну, ты утонул. Я... Да вы увидите на записи, я вообще стоял... Что это было? А что за бред? У меня залагала игра. Я тебе говорил, чебуреки с вокзала не лучше. Я, кстати, вам скажу, ребята, что сегодня Steam очень сильно лагает. Мы хотели записать Гаррис мод, но ни одного мода с воркшопа не грузилось ни у кого вообще. То есть сегодня мастерская очень лагает. Из-за этого, наверное, скорее всего, и проблемы в самом Стиме с соединением. Да вы видите на записи, я стоял вообще на... Да ну это бред какой-то был. Ого, все полетели. На записи у Димы все нормально было, а Дима на самом деле просто сел чебуряк. Да у меня пинг 400 пишет. Да бред. Ты хост. А у меня пинг скачет. А у меня пинг 100. А чё с пингом? 91. А у меня пинг 90. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, колбасит. А кто там? Оно само так крутится, то быстро, то медленно. Чувак улетел. Так, давайте посмотрим никнейм. Я уже забыл, какой кнопкой смотреть никнеймы. Пью. Я знал, проверял тоже. Да-да-да, конечно. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Мы выпускаем видосики каждый день. И веселим нашу аудиторию. И если вы хотите пообщаться, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Так, смотрим, кто у нас там колбасится. Так, у нас остался Кинеки, Радекс, Васаби и Заварной Кофе. Заварной Кофе у меня что-то валяется на полу. О, все, все, пошла, пошла жара. Давай, давай, я в тебя верю. Блин, если у меня сейчас второй раз залагает, я вообще угорать буду. Ну все, вроде выровнялось. Все, у меня теперь стабильная игра идет и больше не лагает. Ну, знаете, была пробная. Давай, Радекс, я в тебя верю, ты сможешь. Все, Кинеки скинул. Ого, чувак там лобает. Заварной Кофе, ты че? Научился тренировки по... То есть это, дейнтингу. По танцам. Да, брейк-дейнс лобает. Ого! Заварной Кофе, все, давай, пока. Он не все, утонул, а нет. Ну-ну-ну-ну-ну, все. Заварной Кофе был довольно-таки очень плохим человеком. Ой, хорошим. Правильно. Опять лагает у меня. А что такое? Что с игрой? Никогда не лагала у меня она. Это Steam. Это Steam. Это Steam реально глючит. Ну сегодня тогда будем записывать с большим пингом. Это будет угар. Дима, иди в балку. Господи, ладно, так уж и быть. Давай. Ищи меня, вытаскивай. Ого, нифига себе, вы такие трюки делаете. Ну да, Дима, я тренировался. Давай, Кинеки, скидывайте. Засекайте, 10 секунд, они сейчас под воду уйдут. А чё, это вышка утонет? Смотрите, засекайте 10 секунд. Кинек живой. Идите. Стой, погоди. Радость, он всё ещё живой. Опа, разрушается! Я же говорил засекать. Офигеть! О, это у нас за драка происходит. Давай, Радость, падай. Они чё, умерли? А нет, Кинеки умер. Нет, Радекс, ты должен был по моему плану тоже уметь. Давай, 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 я в тебя верю. Давай, Радекс и Васаби. Напишите в комментариях, кто выиграет. Я думаю, что выиграет Васаби. Сейчас он утонет. Давай, у тебя же клешни, ты сможешь клешнями вырубать. Васаби, вот видишь, у тебя лицо такое синее, значит ты задыхаешься. На, все. Васаби выиграл. А нет, тут жопа вперед за... Красиво утонул! Васаби, красавчик!
Молодчик, смог. Гарри смоги. О, все, заработала бабка. Бабка вышла. Бабка убивает. Бабка вырубает сегодня всех. Бабка убийца. Тихо, стоять, щенок. Опа. Ты же бабушку ударил? Прости, я больше так не буду. Бей бабок. Ты что, дурак, что ли? Не надо мне скидывать. Внучок, не скидывай меня. Бабка, бабушка, да вы говорили, что баб... Блин, да скидали. Еще один улетел. Так, заварной кофе, красавчик, капитан держится. Да вы бабушку скинули. Я вам пирожков хотела спеть, вы че? Давай, 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 давай. Это Уга-Буга дерется и Радекс, покажи вещи. Так, давайте посмотрим, нам тоже драка идет. Так, Васаби, все, Кинеки улетел. Васаби, иди ко мне. Небытие. Нет, 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 я на такое не поведусь. Васаби, давай выбрасываем. Вас тоже подлагивает или это только у меня? Это только у тебя. Это бред какой-то. Меня тоже лагает. Меня под 1500. Я еще так не записывал, но это, знаете, это прикол. Давай, давай, это давай, давай, давай. Радекса выкидывайте. Или клешами по башке ему. Дима, это усложнение. Да-да-да, это левел такой. Это пинг 300 и погнали. Оп. Давай, 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 давай. Есть. А кого вырубили? А Радекса вырубили. Давай ему. Радекс. Выкидывай, выкидывай, выкидывай их вместе со всеми падай, как я люблю делать. Так, они пошли вниз. Давайте посмотрим, что там внизу творится. Один на один, давай. Упадут. Ей, сейчас упадут вместе, смотрите. Фокус. А Васаби красавчик, у меня он тут телепортируется. Я вообще не хотел уже записывать с таким пингом, но я думаю, что это прикольно. О, я люблю этот корабль. Так, я манна, надо сваливать от пацанов сразу. Куда у меня персонаж, куда пошел? Эй, бабушку не бей, бабушка тебе хлеба даст. Фэмзон спрыгнул. У меня кто-то то же самое. Эй, бабушку не кидай. Бабушка тебя за волосы возьмет. Дайте телегой по голове. Идите сюда, внучки. Я вам сейчас тут сделаю жаркую дочь. Эй, бабку, бабку, бабку. Не трогай. Бабка валит. Понимаю, я все еще живой. Куда ты лезешь? Ой, там драка. О, этот вообще там что-то клацает. Тихо, стопэ, отвали, отвали, отвали. Отвали! Да ну не трогай! Щенок! Потлатая морда! Стоять! Это усложнение, я же сам сказал. Никто там говорит. Эй, за жопу бабку не трогай! Вы бабушку вырубили? Ах ты щенок вонючий! Я бабка сильнее! Помогите меня! Ой! За жопу тяни его! Порвем тебе жопу! Тяни, тяни, тяни его! Давай, рви! Ну это что? Это мой человек! Ты его за хвост! Ребята, это Уга! Давай, давай! Опа! Стоя! Все, Радекс, я тебя спас. У меня руки не выдержали. Бабка, видишь, победитель ходит, руки вверх. Васаби, живи, там акула к тебе прыгнула. Дима, зажимай пробел, чтобы бегать. Этя! Отвали! Стоять! Я сильнее вас! Бабушку ударили? Да сейчас тебя акула сожрет, на! Что творится? Да бабушка! Ну, акула! Есть, один ушел. Один ушел. Надо валить. Ушел? Все, сожрала акула. А, тихо, 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 тихо. Ого, смотрите, что творится здесь. Акулья логово. А, хвостом по жопе. Не трогай меня. Отвали. Да я тебе ничего не сделал хорошего. Ой, плохого. Вот именно. Я буду убегать. Нет, отвали. Опа. Опа-па! Васаби, скинь его в это самое, вот те, где рыбы. А! Я хочу, чтобы тебя акула сожрала. Давай, подходи, у меня защитник есть. Все, схватила. Вот это... Мясо творится. Нет, это знание. Отлично, отлично. А как лазить, если бы надо пробел жать и shift или что? А не говорите ему, пусть он тонет.
А, вот так, значит, я к нему со всей душой. Правую и левую кнопкой мыши и пробел. Ой, ой. Зачем ты ломаешь? Ой. Я держусь. Они там дерутся нормально. Акула тут задрала, блин, когда ты уже высохнешь. Да сушеная акула на вечер у нас будет, ребят. Ой, подлагивает. Уже тонет на тот момент. Да не трогай! Я ж к тебе со всей душой. Ты вроде кофе падай уже. Васаби, ты вообще рак. Как он назвал? Держись! Акула по башке дала! Держись! Карабкайся вверх! Нет! Отпусти меня, инвалид! Я жить хочу! Бабка хочет жить! Я утону с тобой! Акула! Сами давай, лезь наверх! Бабка утонула тоже! Васаби выиграл? О, моя любимая карта с поездом. Очень люблю эту карту. О, все, бабка заиграла. Ой, заработал. Да ну не скидывай. Хорошо. Скидывайте угобу. А ты меня... А Диму не надо, Дима хороший. Стоять, щенок. Васаби, пошли за угобугой. Блин, я сейчас... Я сейчас тоже сама... Стоять! Блин, что такое? Не трёмся меня. Ну вылазь, бабка, вылазь за жопу, не держи бабку. Так, надо бежать. отвали. Тут вообще на бочке брейк ломает. Моя бочка, стоять, я буду суп не варить. Зима, у меня то же самое, как у тебя. Да я знаю, как-то лагается, стрёмно работает. Дайте вам бочку. Ты дурак, что ли? Там мой щенок. Троих забрал. Это было жестко, ребята. О, еще. А что, ничья? Не, вы живы. А как так-то? FM-зумы канаки остались. А не, все, FM-зум остался. Красавчик, FM-зум. Я говорю, у меня как у Димы то же самое. На тебе за это. Не оправдывайся. Нет, да лагает игра жестко. Сегодня Steam вообще балуется. Опять у меня зависла. У меня зависла опять игра. Дима, ты прыгаешь-то? Дима, стой, просто остановись. Да я уже упал. Я у себя упал уже. Нет, ты живой. Дима, ты прыгаешь, ты падаешь. Я специально упал, потому что я уже как-то странно себя веду. Ты живой. Дима, ты живой, тебя кто-то... Все, ура! Ты живой. А это какие-то жести. Это надо, чтобы кто-то другой из нас записал, чтобы вы видели, как он нормально вообще выглядит. Ой-ой-ой, Дин упал вместе с щитом. Так, угаубуга и васаби. Стычка пошла. Наносит удар головой, шапка слетает. Краб не сдается. Наносит удары. С левой просто красиво вырубил. На! По спине! На, васаби, это тебе за тиразы! Тут подходит Радекс. Зебра, нет! Зебра, успокойся, я тебя не доверяю! Руки на стол! А, что вы делаете? На! Васаби убегает, делает ноги, понимает, что он слабый игрок. И за это его... О, красиво сальтуху сделал! Ну давай! Давай, работник года! Стычка! Все. Зебра улетел. Осталось четверо. Радок заныкался под лестницей и сидит. Да. Типа его не видят. Васаби, рак, краб. Пошел отсюда. Угабуга. Беги, угабуга, беги, у тебя нет шансов. У краба клешни мощные. А там еще и фэмзум заныкал. Ой, красавчик. Так что ты его не выкидываешь? А ладно. Боится. А тут можно прям сильно вырубить, чтобы игрок валялся долго? Пука. Прощай. Давай. Ай-яй-яй. Ребята, осталось 20 секунд. А как оно тогда? Ничья будет, если время пройдет и вы не выиграете? Да. Так давай тогда скидываю его. Давай. Заплащ его. Скидывай его вместе с самим собой. Да, лучше уже так сделать ничью. Ты меня задолбал. Я так тоже делаю всегда. Как я троих под поезд забрал. Стоять, щенок. Все, ничья.
Значит, в этом ролике победила дружба из-за этого вонючего пинга. Если понравилась эта серия и такие классные лаги в Стиме, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, смотрите наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А мы еще поиграем.